Слава богу, что вообще развернулись. Ведь в нас мог попасть метеорит. Жесть. Наш холодильник мог сломаться, и у нас наступил бы ледниковый период. А еще в нашей тарелке могли бы завестись керамические тараканы с Венеры, и тогда нам точно капец. А тараканам можно есть? Еще годика два правления паутина, и научишься есть всякую гадость. Ну и для полной жести, в нашей вентиляции мог бы поселиться Человек-паук. Pero.